Вот убежище номер один для техники. Так, вход для людей. Где-то есть вход для техники. Вот, вот такой большой вход. Огроменный. Включу прожектор лучше. Какие гермы были? Их он огроменных размеров. Тут и должна была стоять техника. Получается. Он еще и затоплен. Сосулька. Вон телек советский. Диван сохранился. Вот это стулья советские, наверное. Вон как он далеко идет. Ничего не написано. Туалеты были, туалетная комната. Тут стояли большие гермоворота. Сейчас пойду к ящикам, посмотрю, есть ли там противогазы. Посмотрел все ящики, ничего в них нету. Ящики, кстати, не из-под... Это даже не из-под противогазов ящики. Это ты читал на Урбане? Там гастарбайтеры здесь грибы выращивали, блядь.
Вот эти ящики были с землей. О, вот тут еще. О, вентиляция. Как я не заметил. Тут гермодвери было. Гермодвери. Вот он, и есть дизель. Тут прям пахнет дизелем. Ищ вообще. А вон, походу, и дизель есть. Канистры. Да. Все в масле будет. Вон там налит дизель. Какой толщины были гермодвери? Гермодвери еще одна толстая. Еще один заезд для техники. Вот въезд для техники. Вон вентиляция. Эндшахта. Такой большой въезд в бункер. Продолжаем обследовать. Так, идем дальше. А, вроде еще какая-то комната есть. Вот последняя осталась комната, мы в нее еще не ходили. Вон, да. Осторожнее, не ударься об это. Торчит. Вернее. Летает. Так. Опа. Опа. Это ящик. Ящик. Ящичек. Он не похож на эти ящики. Нет, это из-под противогаза. Да, это точно из-под противогаза. Есть там что? Маркировок нет. Непонятно что. Маркировок, ну, они есть, но сильно очень подгнившие. Давай откроем. О, интрига. Так. Опа. Опа. Тоже свеча. Блин, желтая. Желтая вообще. Здесь вся в плесени. Это что, ГП-5М? Вон, а фильтр, кстати, по-моему, новый. Ну, вон переговорник немножко такой потрепанный. 81-й год. Ну, резина пожелтела. Он желтая и пыльная. Давно тут лежит, наверное.
А сумки нет нигде, вон какая-то сгнившая. Это он обертка под чего-то. Обертка, скорее всего, из-под фильтра, да. Сумки бомжа. Ля. Забираем. Какой второй у. Нормально. Хоть что-то нашли. Крутим, крутим. Ой. Что там есть что? Он новый вообще, белый. Белый, да, он белый полностью. Сейчас будем, наверное, выходить уже с этого бомбаря. Что за марихуана? Это марихуана. Есть что? А вдруг в натуре? В общем, мы обследовали весь этот бомбоубежище, все это. Ничего не нашли, кроме противогаза. Да. Вот, на. Нашли бюро исследования Дальдивиля. Сейчас посмотрим, что там есть. Там бюро бомжа, нашли бюро специзмерений. Вот какая-то чертежи какие-то. А тут еще выше есть, абсолютно. Сатанисты.